должен быть беленький. Все, все, выгоняем, короче, все. Добрый вечер всем, ну, меня зовут Владислав. Я представляю акселератор Стартон. Кстати, буду рад помочь проектам в качестве маркетолога. Вот. А сейчас хочу представить наш проект, один из наших портфельных проектов. Это теплица, домашняя теплица, да? Теплица будущего. Мы ее называем iFarm. Вот. Соответственно, в этой теплице есть все. Она сама растит вам зелень, она сама растит вам овощи. Сейчас уже у нас идут тесты на самом деле. Но здесь на хакатоне мы хотим доработать нашу технологию. И для этого нам нужны классные инженеры, которые умеют соединить любые датчики, проработать все железо, помочь программистам правильно соединить, соответственно, программный код с железом, да, и, в принципе, сделать крутой проект. Будем рады всем. Подходите. Расскажу о проекте. Спасибо. Да, спасибо, Владислав. Это даже приятно, что эксперт, я его не представила, не разглядела в зале, решил также поучаствовать. Но действительно туда можно идти за консультациями и, может быть, за совместным сотрудничеством. К нам присоединился Юрий Панов.